Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, а правда ли, что у вас такой большой стаж в парикмахерском деле? Страшно посчитать, но это уже четверть века. И из этих 25 лет профессии педагогическая деятельность занимает львиную часть, 18 лет. А как вы считаете, какие основные проблемы парикмахеров на сегодняшний день? Мастера-парикмахера? Да у мастера-парикмахера нет проблем, если он мастер. Но... Я шучу, конечно. На самом деле проблемы есть. Но мы давайте не будем углубляться в какие-то философские дебри и построим нашу беседу с точки зрения зарабатывания современным мастером-парикмахером денег. То есть скоро это его профессия, это его семейный бюджет и так далее. Все определяется тем, насколько он профессионален и насколько он востребован. Ну как, на ваш взгляд, определить уровень мастерства? А это очень просто. Это должна быть дорогая услуга и запись на 2 недели вперед. Ну что такое дорогая услуга? Это тоже вещь условная, потому что для столичного города это, допустим, там 200-300 долларов за стрижку, для провинциального города это 100 долларов за стрижку. И если у вас по такой цене есть запись на 2 недели вперед, то вы профессионал. Если это не так, то, наверное, есть темы для обсуждения, темы для диспута, и есть темы для того, чтобы задуматься. Ну вот, к примеру, мастер задумался о том, что он мало зарабатывает и что-то надо с этим делать. Каким образом ему поступить? Что ему делать вообще? Ну, знаете, когда мастер мало зарабатывает, и его это не устраивает, то это бывает по разным причинам. Тут нужно, значит, разобраться в причине, почему он мало зарабатывает. Причина первая. Мастер мега-супер-профессионал, только об этом никто не знает. Тогда все просто. Он делает какие-то рекламные шаги, пиарные шаги, люди узнают, что он мега-профессионал, и выстраиваются к нему очередь за дорогую цену. Вторая ситуация. Мастер думает, что он мега-профессионал, но людей у него все равно нет. И мастер начинает искать причину отсутствия клиентов, отсутствия заработка своего в факторах внешней среды, если так можно выразиться. Плохая проходимость салона, неправильное руководство салона, город слишком маленький, сложившиеся цены в городе не соответствуют его уровню притязаний, ну и так далее и тому подобное. И как только мастер, здесь тоже просто все, как только мастер поймет, что причину всех бед, нехватки денег нужно искать не вовне, а в себе, сразу определяется определяется путь, как бы сказать, движение по устранению данных всех вот неполадок. Да, человек начинает работать над собой. Ну что значит работать над собой? Над своим профессионализмом. И все, и проблема решается. Тогда, как он профессионал, он опять начинает быть востребованным задорого, и запись у него возникает. Люди выстраиваются в очередь, и запись там на 2 недели вперед. Я вот, Виктор, прочитала, что вы разработали систему обучения, после которой мастер-парикмахер уже с большой буквы начинает стричь задорого. С гордостью. Правда? Это правда? Да, это правда. Могу сказать, что система такая нами разработана, и чтобы не возникло разночтений в этом вопросе, мы не изобретали никакой техники стрижек новых, никаких новых стрижек. И в своей работе мы не занимаемся разработкой коллекций, подколлекций сезонных, межсезонных. Мы не говорим про моду, про стиль и так далее. Мы говорим о технике и о постановке геометрического представления, значит, построения точных английских стрижек. Система стрижек английская. Мы не будем называть какие-то бренды, привязываться, это, наверное, было бы некорректно. Но это не моя техника стрижек. А вот система преподавания ускоренная, это то, чем мы по праву гордимся, чем мы владеем как авторы, патентом на эту систему образовательную. И чем она хороша? Хороша она прежде всего скоростью, с которой мастер постигает сначала азы, а потом уже и продвинутые системы
в области точных стрижек. Подходит она как и молодым мастерам, только-только входящим в профессию, так и людям, которые достаточно давно работают, но до сих пор у них не было надобности именно в точных стрижках. Мы их пропагандируем, мы их продвигаем как средство высокооплачиваемой услуги, как дополнительное средство к зарабатыванию денег. Ну и, в общем-то, вопрос-то просто в сроках. Ну, вы знаете, это не так и банально, потому что на освоение за 18 лет педагогической практики сложилась такая статистика, что на освоение точных английских стрижек, как правило, уходит до несколько лет. 2-3 года, прежде чем мастер может сказать, что он опытен, что он хорош в этой, как бы сказать, сфере парикмахерского искусства. Мы катастрофически, простите за такое, может быть, неуместное здесь слово, сокращаем сроки достижения парикмахером достаточно зрелых результатов в области английских стрижек до недель, может быть, месяцев. Это вот уникальность, в чем, собственно говоря, могут вас убедить и график наших поездок постоянных. Это уже третий год мы гастролируем по стране. В этом вас могут убедить отзывы тех мастеров, которые уже были на наших курсах. В интернете, пожалуйста, полно, на форумах во всех крупных городах. С севера, с Калининграда до Дальнего Востока, Урал. Южные города, Ростов, Краснодар, Сочи, Центральная Россия, Ростов, Воронеж, какие у нас там города? Волгоград. Это Волгоград. Я перечисляю самые крупные города. Есть у нас еще и партнеры в небольших городах. И то, что мы ездим вновь и вновь в эти города, что мы постоянно возвращаемся, и люди ходят не по одному курсу, а по несколько раз. У нас блок состоит из нескольких курсов, наш тренинг говорит о том, что мы сейчас на правильном пути, востребованность наша велика, очень велика, и мы рады предложить свою систему мастерам. Мастер любого стажа, любого возраста может, или какое-то, может быть, восприятие разное у людей, может быть, молодым это, нет? Что вы говорите такое? Конечно, любого возраста, любого стажа. Здесь самое главное – это хороший позитивный настрой и желание обучаться. Потому что мы сталкиваемся с проблемой, когда человеку все хорошо. У него много работы. Он зарабатывает достаточно приличные деньги. Но стрижка у него стоит дешево. И для того, чтобы обеспечить свой уровень потребление, ему нужно работать 24 часа в сутки, без выходных, без отпусков, ночью, дома, на 8 марта, на Новый год и так далее и тому подобное. Вот эти люди, как правило, находятся в заблуждении, что у них все в порядке. И, как правило, прозрение возникает тогда, когда что-то случается такое, что он некоторое количество времени не может поддерживать усиленный график своей работы. Мы же говорим о том, что существует, и опыт нам показывает, существует другой график работы, другая парикмахерская жизнь, другой взгляд на профессию, обслуживание клиентов за деньги, другой взгляд. То есть человек может, помимо того, что про деньги мы разговариваем, зарабатывать деньги и реализоваться еще и творчески. Это замечательно. И остается время на личную жизнь, на семью, что самое главное, потому что убиться на работе – это не совсем, наверное, то, о чем мечтает человек, пришедший в профессию. Парикмахерская профессия дает нам любое направление развития либо в трудоголики, либо в дорогие элитные мастера. Каждый для себя выбирает сам. Спасибо, Виктор. Пожалуйста. Дорогие друзья, я приглашаю вас на наши курсы, которые называются «Мастер-эксперт». Состоит он из 3 блоков по 5 дней. После этого я гарантированно обещаю вам высококачественную технику выполнения точных английских стрижек. Я гарантирую вам, что вы будете точно понимать геометрию английских стрижек. Всего-навсего за 15 дней, 15-20 дней вы поменяете свое мировоззрение в области выполнения самых сложных видов работ в области стрижек, это точных английских стрижек. Заходите к нам на сайт
смотрите расписание наших поездок по городам, выбирайте либо свой город, либо город, который находится недалеко от вас. Пишите мне на почту uksusoff@mail.ru. Я буду рад ответить каждому, кто захотел поменять свой профессиональный статус. Ждем вас.